В Якутске торжественно открыли детский технопарк «Кванториум». Это современный формат дополнительного образования, где каждый школьник может создать свое инновационное изобретение и найти ему реальное применение. Сегодня к обучению в детском технопарке приступили свыше 600 школьников столицы. В «Кванториуме» работает 9 технологических направлений. Наибольшим спросом пользуются нейро- и аэроквантум. Все занятия проводятся бесплатно. Отметим, «Кванториум» – это сеть федеральных детских технопарков. Всего по стране их свыше 30. Такие учреждения строятся по поручению президента страны в рамках десятилетия детства. Дети проходят модуль, то есть модуль составляет 3 месяца, 72 часа обучается ребенок, и потом либо переходит в другой квантум, либо уходит. И вот когда места освободятся, то, конечно, мы зачистим уже там и записавшихся. По данному проекту, значит, мы планируем, конечно, во всей республике распространить этот проект, и в 2019 году также планируется открытие таких технопарков.